1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. В Люберцах по традиции поздравили тех, кто сегодня нуждается в особой защите пациентов стационарного отделения Центра охраны материнства и детства. На празднике побывали мои коллеги. Сажать деревья в первый день лета во дворе Московского областного центра охраны материнства и детства уже стало традицией. В прошлом году на территории больницы высадили рябиновую аллею. На этот раз зеленый уголок пополнился пушистой елью. Конечно же, это очень символично, потому что сегодня день начала лета. Дети уходят на длинные каникулы. Конечно же, это время, когда можно набраться и нужно здоровья, подтянуться и подготовиться к следующему учебному году. Но кому-то первый день лета и день защиты детей приходит встречать в стенах больницы. Скорейшего выздоровления маленьким пациентам пожелал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. На данный момент в стационарном отделении проходит лечение более 270 детей. Искренне желаю, вот к родителям обращаюсь, чтобы вы как можно быстрее ваших детишек привели в порядок и наслаждались летом, солнцем и просто семейным счастьем. Поэтому всем самое доброе пожелание. Первый день лета. Посмотрите, какой он хороший, какой он светлый. Это говорит о том, о большой любви к нашим детям. С праздником вас, дорогие наши дети и родители. Подбодрить маленьких пациентов и подарить им хорошее настроение пришли и сказочные персонажи. Для виновников торжества устроили яркий, веселый праздник с конкурсами, играми и танцами. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.